You send chills down my spine. Всем привет, друзья! Вы попросили проверить силовые показатели Халка, и сегодня мы это сделаем. Посмотрим, насколько наш Халк мощный и сильный. Полетели! Я ненавижу зиму, потому что, во-первых, холодно дико, во-вторых, потому что тачку постоянно чистить надо. Вот, блин, это вообще самое противное, конечно. Стоишь и 20 минут ее Ох, как же это круто, ребята! Короче, самое прикольное в машине — это то, что можно зимой дрифтить. Зима. Единственный плюс зимы — это то, что можно дрифтить. Все, больше нет никаких плюсов. Когда были мелкие, тогда был плюс, можно было снежками кидаться в кому-нибудь, там зарядить жестко. Вот это был плюс. Сейчас просто дрифтить, больше ничего. Че, Влас, готов? Да. Влас, короче, жать собрался. Он у нас мощный. Ну что сегодня Влас делает? Жим на грудь на максималку, потом жим на плечи на максималку и тяга на блоке, на спину, вертикальная. Посмотрим, сколько сделает. Брат, как настроение? Отлично. Разминка 100 килограмм. Второй подход, разминка 120 килограмм. Следующий подход 140 килограмм. Посмотрим, до скольки дойдет. Сейчас будет 150 килограмм. 20-ка, у нас тут 20, 20, 10, 10, 5. И там на той же так же. И гриф 20-ка. Как думаешь, пожмет? Как думаешь, пожмет? По-любому, да? Да не уверен, не пожму я, блядь. Не пожмет? Не пожму, не пожму. Ну что значит, рекорд получается 150 в жиме. Будем проверять дальше остальные? На плечи и тягу. Давайте сейчас проверим на плечи, и если у него силы останутся, тягу. Так, ребят, переходим к жиму на плечи. 110 килограмм. Вот тут у нас по десятке. 5 десяток тут. Вот 10, там 5 десяток. Получается, и гриф, кстати, десятку весит. То есть 110 килограмм. Поехали. Готовимся. Раз. Два, три, давай. Все, все, сам, сам. Не, 110 нет. Теперь пробует сотку. Да он вчера и позавчера делал, конечно, и каждый день тоже. Раз, два, три. Выпускай все. Красава, сделал сотку. Ну что ты? Молодец, молодец. 110 теперь. 110 будешь теперь? Делаем. Давай. Теперь тут 110. По пятерочке еще добавили. Посмотрим еще разок. На 3. Все. Так, мы, короче, решили заменить тягу на спину на жим гантелей на плечи, да? Мы возьмем самые большие гантели, которые вообще есть в зале. 100 фунтов. Это фунтов. Блин, я все время путаюсь. Фунтов. Короче, либо фунтов, либо футов. Футы. Короче, это где-то 50 килограмм получается на каждой гантели. Посмотрим, сделает или нет.
Ну что, друзья, вот и подошло наше видео к концу. Оцените его силовые. Я думаю, очень хорошо пошло, да? На плечи такие гантели тут никто в жизни вообще не поднимет в этом зале. 50 килограмм, ну примерно, да, 100 футов или фунтов, я опять запарился. Вот, короче, ставьте лайк, если считаете, что он красавчик. И увидимся в следующем выпуске. Пока. Пока.